рождение – удивительное и неподражаемое событие как для животных, так и для людей. Но некоторые роды не проходят, как ожидается. Такова история, которая случилась недавно. Невероятные события разыгрались на австралийской скотобойне в мае прошлого года. Дэвид и Джулиан Грамм, опытные фермеры, живущие в районе Бананг на востоке штата Гипсленд, Владели успешным хозяйством, которое было неотъемлемой частью местного сообщества. Их знания о скотоводстве были велики, и соседние фермы считали себя счастливчиками, что у них есть такие опытные люди поблизости. Основное внимание пара уделяла помощи природах у новых коров. Их часто вызывали помогать природах у других животных в районе Восточной Гипсланд. Год прошел успешно, и по всему району прошли успешные роды. Дэвид и Джули были очень рады, что успели родить уже 8 телят на своей ферме. Когда Дэвид узнал, что еще одна чистокровная корова Херфорд беременна, он был взволнован. Дэвид и Джули приняли обычные меры предосторожности для беременной коровы. Они внимательно следили за ее состоянием и здоровьем. Вначале вся скотина жила вместе в основном сарае фермы, где обитали несколько поколений коров. Однако спустя несколько дней Джули заметила, что она начала двигаться немного медленнее обычного. Она ела меньше и казалась нездоровой. Тогда корову перевели из большого сарая, чтобы она могла провести время одна и отдохнуть, ожидая родов. Рядом с фермой был небольшой сарай, где можно было пристроить беременную корову. Здесь она могла готовиться к родам, не беспокоясь остальных животных. Ей предоставили много свежей воды и корма, и она чувствовала себя комфортно в новом месте. Итак, беременность началась удачно, но спустя несколько недель все изменилось. Корова стала есть большие порции корма каждый день и значительно выросла с тех пор как переехала в маленький сарай. Если бы пара была новичками в сельском хозяйстве, они могли бы впасть в панику из-за быстрых изменений в своей корове. К счастью, Дэвид и Джули были опытными и сразу подозревали, что может вызывать ее необычный аппетит и прибавку в весе. Учитывая ее размер и поведение, Джули стала подозревать, что она беременна близнецами. Это не так уже необычно, что коровы рожают близнецов. Однако это тоже не так часто. Вероятность такого события составляет около 2%. Но это еще не было самым необычным в этой истории. Что произошло дальше, заставило опытных фермеров вздрогнуть. Но сначала они ни о чем таком не подозревали и продолжали свою рутину. Пара была уверена, что с их многолетним опытом они хорошо подготовились и могут уверенно сопровождать корову в родах. Время шло, и живот коровы продолжал расти. Наконец пришло время родов. После восьми месяцев Дэвид и Джулия внимательно наблюдали за коровой. Дэвид сочел разумным начать искать признаки преждевременных родов за месяц до этого, потому что если корова действительно беременна близнецами, Существовала хорошая вероятность того, что роды начнутся раньше. Близнецы часто рождаются на несколько недель раньше. Не прошло и нескольких минут после того, как Дэвид и Джули начали так близко наблюдать за коровами, как они увидели искомые признаки начала родов. Соседи, которые жили на расстоянии нескольких ферм, могли слышать происходящее в ту фатальную австралийскую ночь. Роды затянулись и были трудными. По прошествии некоторого времени первый теленок был готов увидеть свет. Дэвид помог ему выйти на свет с помощью перчаток, а Джули сосредотачивалась на том, чтобы мать чувствовала себя максимально комфортно. Пара радостно воскликнула, увидев здорового теленка в руках у Дэвида. Джули взяла ребенка, чтобы его вытереть и предложить ему попить. Дэвид остался с матерью, слегка ее вытер и похвалил за проделанные усилия. Затем он подготовился к рождению еще одного теленка. Через несколько минут Джули вернулась, как раз в момент, когда Дэвид вслух размышлял о том, что они, возможно, ошибались в своих предположениях о близнецах. Возможно, это была просто тяжелая беременность, которая увеличила ее аппетит к более обычного. Джули села рядом с Дэвидом, чтобы помочь ему разобраться в его рассуждениях, когда их развеселил крик коровы. Как раз когда они подумали, что их работа окончена, другой ребенок, казалось, был готов войти в мир. Слезы навернулись у Дэвида на глазах, и Джули слегка улыбнулась от его чувствительности. Дэвид и Джули быстро вернулись к своим местам. Дэвид сзади, а Джули у головы коровы. Через несколько минут напряженной работы родился еще один теленок. Прекрасно, похвалила Джули корову. И Дэвид принес ребенка, чтобы мать увидела его. Вот и успех. Два здоровых теленка, мужской и женский, безопасно родились в ту ночь, а мать, казалось, полностью восстанавливалась. Дэвид и Джули снова сели на траву. Каждый держа по одному ребенку. Они подумали, что их работа закончена, но скоро последовало удивительный сюрприз. В ошеломляющей неподвижности после рождения близнецов корова странно отталкивала своих детей, когда они пытались подойти к ней. Джули подумала, что она, возможно, захочет кормить их, но корова оставалась в той же позиции, что была с самого начала. Она казалась в опасности, что было очень странно, учитывая, насколько хорошо прошли предыдущие роды. Дэвид поставил Теленков в сторону и подошел к матери, чтобы их исследовать. То, что он увидел, глубоко его потрясло. Дэвид наклонился, чтобы рассмотреть, что происходит. Тогда он понял, что корова не закончила рожать. Он закричал, чтобы привлечь внимание жены и они начали работать. Мужчина быстро надел новые перчатки, пока корова стонала и плакала от боли. Джули также пришла, чтобы поддержать и успокоить корову. Совершенно ошеломленная, пара помогла корове привести еще одного ребенка. Дэвид и Джули радостно воскликнули. У них теперь тройнишки. Дэвид не мог не кричать тройнишки и предупредить всех соседей. Но история не закончилась там. В удивительном повороте событий корова все еще не закончила рожать. Среди радостных слез и восторженных возгласов Дэвид и Джули помогли ей родить четвертого ребенка. Вероятность того, что корова родит тройняшек, составляет около 1 к 10 тысячам. Шансы на рождение четверняшек были еще меньше. С огромным облегчением Дэвид и Джули увидели, что их корова, наконец, уснула спокойным сном. После рождения четвертого ребенка матери предстояло полностью восстановиться, и семья фермерской хозяйки выросла на четыре члена всего за одну ночь. Поставьте лайк под видео и подпишитесь на канал.